Привет, мои хорошие! Рада видеть вас на своем канале. Я надеюсь, что вы уже все подписались, чтобы не пропускать самые свежие и интересные видео. А сегодня я хочу с вами обсудить те состояния, при которых нельзя летать во время беременности. Очень часто на своих консультациях я получаю большое количество вопросов от беременных женщин, особенно в период отпусков. Доктор, а можно ли мне полететь? Давайте с вами детально разберемся, в каких же случаях нельзя категорически летать. В первую очередь я хотела бы обратить ваше внимание на то, что в сроки до 12 недель и после 30 недель летать можно, конечно же, с осторожностью, только если вам разрешит ваш лечащий врач. И все противопоказания к полетам при беременности можно условно разделить на относительные, то есть это те противопоказания, то есть те состояния, при которых рекомендуется воздержаться от полетов, и абсолютные противопоказания к полетам во время беременности, то есть это те состояния, при которых совершенно категорически нельзя летать. Итак, давайте детально разберемся и с первой, и с второй группой противопоказаний. Какие же бывают относительные противопоказания к полетам во время беременности? То есть, еще раз, относительные – это те состояния, при которых рекомендуется воздержаться все-таки от полетов. Значит, во-первых, это, конечно же, если у вас при беременности есть предлежание плаценты, если у вас отмечается задержка роста плода, если у вас многоплодная беременность, вот при этих состояниях, конечно же, рекомендуется воздержаться от полетов. Ну и опять же, как я уже выше сказала, в сроки до 12 и после 30 недель, конечно же, опять же, здесь с осторожностью. Какие же есть абсолютные противопоказания к полетам во время беременности, то есть те состояния, при которых категорически запрещается летать? Это самое важное осложнение, это исмико-цервикальная недостаточность. Если у вас есть отслойка плаценты, преэклампсия, если у вас были в течение жизни тромбофлебиты, если доктор вам ставит угрозу прерывания беременности, то вам тоже нельзя летать. Если у вас во время беременности есть кровянистые выделения, если у вас гистоз выраженный, то есть гистоз тяжелой степени, то тоже вам нельзя летать при беременности. И если у вас есть угроза преждевременных родов, то здесь, конечно же, тоже категорически запрещено летать во время беременности. И вообще, мои хорошие, в любом случае, если у вас не было ничего из вышеперечисленного, прежде чем принять решение о перелете, я всегда рекомендую проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Я надеюсь, это видео ответило на ваши вопросы. А в каких же случаях нельзя летать при беременности? Если у вас остались вопросы касаемо вашей персональной ситуации, рада буду видеть вас на личной консультации. Для того, чтобы записаться на личную консультацию, переходите по ссылочке под этим видео. Я желаю всем отличного здоровья, легкой беременности и до новых встреч!